Новосибирская область – один из лидеров среди регионов, в которых работают лучшие исследователи. Сегодня итоги прошедшего года науки и технологий подвели в региональном правительстве. В 2021-м приступили к реализации флагманских проектов программы «Академгородок 2.0», среди которых кольцевой источник фотонов и кампус мирового уровня. Год был результативный, и самое главное, впереди у нас не менее амбициозные, самое главное, конкретные планы. Я хочу пожелать воплощения этих планов в жизнь, в срок, инициирования новых проектов, ну, а нашим ученым, конечно же, новых идей, новых наработок, разработок, чтобы мы могли в ближайшее время увидеть в нашей жизни, в нашей деятельности, в нашей работе. Ну и, конечно же, друзья, всем нам в данный момент не могу не пожелать здоровья, благополучия всем вашим коллегам и всем вашим родным. Свой статус окончательно подтвердил форум «Технопром». Теперь, по словам губернатора, все понимают, что вопросы науки и инновации обсуждают в первую очередь в Новосибирске на «Технопроме». Также из достижений отметили успешную работу Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра. Созданный в 2020-м, он объединил 6 вузов, 8 научных организаций и 27 компаний реального сектора экономики. В прошлом году 5 участников НОЦ, Госуниверситет и 4 института СОРАН получили федеральные субсидии на создание новых лабораторий, которыми будут руководить молодые перспективные ученые. В ближайших планах продвижения новых флагманских проектов программы «Академгородок 2.0», в частности, по созданию суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Также с Днем российской науки ученых поздравил председатель ЗАГС Собрания региона Андрей Шимкив. Ни одна отрасль народного хозяйства, как раньше говорили, не обходится без ваших научных достижений. В сегодняшнем стремящемся мире, наверное, тем более невозможно двигаться вперед ни в бизнесе, ни в технологиях без ваших наработок, без ваших достижений. Мы гордимся нашим академгородком, мы гордимся вами, мы гордимся вашими достижениями, которые прославляют и город Новосибирск, и всю науку Российской Федерации. С Днем российской науки!